Друзья, всем приветствую, с вами Миликарбарк, это у нас Первый Рим, компания за Дом.рут. Желаю вам всем приятного просмотра, не забываем лайк, подписка, колокольчик, в описании к ролику мои социальные сети и ссылочек на донейшн. Алярц, война с Египтом у нас тут, можно сказать, наверное, в самом разгаре. Небольшие проблемы у нас, уже начинаются какие-то волнения, восстания и мятежи. Скорее всего, можно сказать, что это в одном месте у нас такая ситуация. Это Байзациум. И кроме того, мы контролируем Синоп, который захватили в предыдущей серии. Там, позапрошлой серии, точно не помню. Сейчас мы здесь переобучим войска, наймем дополнительные. И дальше, соответственно, атакуем Мазаку. Разгромили мы египтян в районе Сарт в предыдущей битве. Очень тяжелая была кровопролитная битва, но нам удалось одолеть все-таки здесь врага. Дополнительные войска мы, само собой, наняли в Афинах и в Коринфе. Такая армия получается не самая сбалансированная. Мне так не хочется играть. Давайте возьмем еще 4 лучников и 4 кавалеристов в Коринфе. Плюс гарнизон усилим вот этими пацанами. Напоминаю, что мы высадились в районе столицы Египта, в районе Александрии. И здесь у нас сейчас будет битва. Сильная армия, здесь ничего не скажешь, но я думаю, мы должны здесь побеждать, поэтому поехали драться. Во время предыдущих битв я заметил, что Египет атакует по флангам колесницами. Нам нужно от этого защититься. Поэтому я оттянул в тыл 3 отряда пехоты. По одному на флангах, один непосредственно в тылу будет стоять. Хотя нет, это ошибка. Thank you.
Пизда, блядь, да как ты, ёбаный в рот? Охуеть, мы проиграли эту битву, сука! Ебаные колесницы, просто, блядь. Да, пизды получили знатной, сука. Ну ладно. Конечно же, мы не отступим от этой идеи десанта в Египте. Конечно же, нет. Конечно, нет. Просто подойдем к этому делу более осторожно. Всех наемников берем, блять, просто всех.
Когорта легионеров появилась. 10, 14, 3. Сука. У меня возникает вопрос, а почему у меня не переобучаются лучники, блядь? В чем прикол, блядь? А вот сейчас появились. Два. Сука, проблемы с кавалерией, не хватает лошадей. Нет, все-таки одна, всего лишь один отряд кавалерии, это прям очень мало. Прям даже не смешно, блядь. Хотя бы отряду три конницы. Главное, чтобы не было восстания еще. Сука, понт не оставляет надежд, блядь, выжить.
move, sir. Build tower. Imperator, prepare for battle. Besiege settlement, sir. Settlement under siege, sir. Imperator, move out. Out of move, sir. Imperator, move out. Imperator, Daryl. Move out. Moves depleted, sir. Sir. Ready to sail! Aye, aye, Captain! All ashore! Sir! Imperator! Imperator! Orders! Leaving the army! Onward! Сейчас мы переподготовим войска. Я даже хочу двумя армиями там высадиться. А мне как раз два флота стоит в Греции. Попробую двумя армиями высадиться туда. Угу. Вот уже в принципе неплохая армия, которую можно будет, например, захватить Саламис попробовать. Везде будем сейчас строить храмы, чтобы общественный порядок немножечко привести в более-менее нормальное состояние. Всем большое спасибо, что пришли, друзья мои. С вами был Гюмелькар Барка. Лайк, подписка, кочек. Скоро увидимся. Всем пока.